мире есть места, которые не найдешь на картах. Но они есть. Надо просто поискать. Эй, парень, а ты не слишком молод для бармена? А вы не староваты для выпускного? Из всех ценностей ты выбрал карту. По этому маршруту Магеллан обошел весь мир. Историю любишь? Эти сокровища так и не нашли. Там миллиардов на пять. Ты здесь из-за брата, так? Вы что, знакомы с Сэмом? А это еще кто? Я? Я друг Салли. У Салли нет друзей, я знаю, я одна из них. Вы коллекционер? Да, балуюсь. А я не балуюсь. Моя семья ищет эти сокровища очень-очень давно. Столько крови. Он типа убить меня пригрозил. Не трогай ухо, выглядишь полным придурком. Ты сам не знаешь, с кем связался. Да я с самого детства об этом мечтаю. Брат оставил мне одну подсказку. О, боже! О, господи! Сопляк решил поиграть с большими мальчиками. Что ж, наслаждайся шотландским гостеприимством. Чего? О, черт! Капитан Пит Мэверик Митчелл. Позвольте мне быть предельно откровенным. Я вас не выбирал. Вы здесь по просьбе адмирала Казанского, известного как Айсмен. Похоже, он думает, что у вас еще есть что предложить воздушному флоту. Хотя что именно, я даже не могу себе представить. При всем уважении, сэр, я не учитель. Чтобы у вас не было завышенных ожиданий. Какого черта? Доброе утро, пилоты. Говорит ваш капитан. Взлетаем. А вот и мы. 3, 2, 1. Мы бьемся так, как не видел ни один живой пилот. Даже он. Если ты так думаешь, ты уже мертв. Поверь мне. Мой отец верил в вас. Я не собираюсь повторять его ошибку. Кто-то может не вернуться. Это твои пилоты. Если с ними что-то случится... По нам стреляют! Уходи вправо! Ты никогда себе этого не простишь. Все, назад пути нет. Ну давай! Вот же! Ну что, весело? Топ Ган Маверик. Что он тут делает? Добрый вечер. Мы нашли Эстера. Будьте готовы к переменам. С ней будет работать детский психотерапевт. Но больше всего ей нужна семья. Эстер? Это я. Твоя мама. С возвращением, Эстер. Все осталось, как было. Я очень скучала по маме с папой, но теперь я снова дома. Наша первоочередная задача — снова включить Эстер в семейную жизнь. Извини. Мне кажется, доктор Сигар сомневается. Может быть, хочешь чем-то поделиться уже сейчас? 4 года назад она рисовала одни каракули. Она ведет себя странно. Да, мамуля. Спасибо, мамуля. Знаю, мамуля. Я заметила некоторые нестыковки.
Куда вы клоните? Все это похоже на спектакль. Если ты не Эстер, то кто тогда? Мамуля, он для тебя. Мать должна защищать своих близких. С меня хватит. Мне хотелось показать что-нибудь неиллюзорное. Что-нибудь настоящее. То, что можно увидеть и потрогать. Созидание — это акт чистой воли. Жизнь нельзя остановить. Мы не можем держать ее здесь вечно. Если ее найдут, то заберут навсегда. Мы обязаны защитить ее. Люди и динозавры не способны сосуществовать. Мы на пороге экологической катастрофы. Элли Сэтлер. Алан Грант. Ты проделала такой долгий путь. Не для того, чтобы просто поболтать. Так ты идешь или как? Наш вид стремительно движется к вымиранию. Вера в господство человека над природой ошибочна. Это мы в ее власти. Возвращайся. Я всегда возвращаюсь. Не двигаться. Почему они становятся все больше и больше? Мир юрского периода. Господство. Сара. Привет всем. Теперь вы сможете жить вечно. Создайте идеальную копию себя и сделайте ваш уход незаметным для близких. Она совсем как я, только лучше. Отлично выглядишь. Не знаю, обрадует вас эта новость или нет. Ваш диагноз был ошибочным. Бой с вашим клоном состоится через год. Что? Мне сказали, клона можно деактивировать. В живых останется самая совершенная из вас. Таков новый закон. Ты действительно хочешь жить? Да, хочу. Докажи мне. Я в гораздо лучшей форме, чем ты. Я готова к игре на выживание. Интеллект клона выше человеческого, реакции быстрее. Ты проживаешь мою жизнь, хотя я еще жива. Я понял, что хочу быть с ней, а не с тобой. Помни, она идеальная убийца. Удар. Ее боевые навыки и искусство манипуляции совершенны. Она предвидит все твои действия. Твои психологические уловки не сработают. План был сохранить мою жизнь, а не украсть ее. Какие у меня
шансы? Никаких. Ничто никогда не бывает абсолютно идеальным. Но она идеальна. Клон. В кино с 19 мая. Панамия между местными заварушка. Приказ помочь повстанцам. Народ там специфический. За джунгли порву! Работаем под прикрытием, не светимся. Не слишком стар для этого дерьма. Сходи за коктейлем, я разомнусь. Заскучал, мальца? Не рекомендую. Я предупреждал. Массаж сердца и шеи. У Беккера недавно умерла жена. Визит на Панаму пойдет ему на пользу. При всем уважении, вы же не отдыхать летите. При всем уважении. Скорее вы выглядите как на отдыхе. Контрас, нужна наша креативная помощь. Начнем с покупки вертолета и обмена на оружие и информацию. А это законно? Еще как. Обсудим цену. Успеем. Панама славится казино и женщинами. Получайте удовольствие. Они нам больше не нужны. Избавься от них. Кол Хаузер. Где они? И Мел Гибсон. Так дела не делаются. Твой напарник затеял войну. И вас ждут большие проблемы. Класс. Парни под прикрытием. Кино с 17 марта. Мой сын пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти меня. Эти силы не подарок, а проклятие, порожденное гневом. Огонь! Ваша магия слаба. Эту угрозу нужно заблокировать, пока не начали страдать невинные люди. Он проспал 5000 лет. Найди нам для него камеру, об остальном мы позаботимся. Черный Адам. Мы здесь, чтобы договориться о твоей мирной капитуляции. Я не миролюбив. И я не сдаюсь. Тогда вперед. Ты пришел, чтобы отомстить. Я никогда не говорил, что я герой. Ты считаешь себя недостойным, но судьба не совершает ошибок. У тебя есть два пути. Ты можешь стать разрушителем этого мира. Можешь стать его спасителем. Черный Адам. Страх – мощное оружие. Столб света в ночном небе. Не просто призыв. Это предупреждение. Я хотел привлечь твое внимание. Что ты сделал? Это пороховая бочка. А загадочник искра. Я могу постоять за себя. Если так пойдет и дальше, то скоро вы потеряете все.
Моя судьба мне безразлична. Мрак сгущается вокруг тебя. Ну, притормози, красавчик. Слухи о тебе не врут, так ведь? Быть может, мы не такие уж разные? Кто ты на самом деле? Я возмездие. Угадай, кто страдает, кровоточит, о смерти молит. Ты. Боже правый. Тебе пришел конец! Тебе крышка! Зачем тебе охотиться? Потому что вы считаете, что я не могу. Я видела знак в небе. Я готова. Мой, не то. Там что-то есть. Я иду с вами. Тебе нельзя. Я пытаюсь тебя защитить. Защитить от чего? Пора. Он знает, как охотиться, а я знаю, как выживать. Кто бы это ни был, я убью его. Хищник – добыча. Я знаю одно. Куда бы мы ни пошли, там будет наш дом. И наша крепость. Аватар. Путь воды.